Всем привет, с вами канал «Все для города». Хочу показать, как можно показать количество моих подписчиков. То есть, видите, число подписчиков здесь нету. А чтобы его открыть, вам надо сделать, зайти на свою творческую студию. То есть, нажимаем на аватарку, нажимаем в творческую студию, заходим. Вот, творческая студия, зашли. Дальше, с левой стороны у вас будут... Сюда вот заходим, здесь вот такая звездочка, написано «Настройки». Нажимаем левой кнопкой мыши «Настройки». Здесь ищем каналы, также подводим это, свой пальчик, нажимаем левой кнопкой мышки, скажем, нажимаем на канал. Здесь мы видим основная информация, расширенные настройки. Нам нужны зайти в расширенные настройки. Подводим пальчик, нажимаем расширенные настройки. Здесь опускаемся ниже. Вот. Видим. Значит, вот есть написано «Показывать количество подписчиков на канале». Здесь надо поставить галочку. Если вы не хотите показывать свои каналы, то галочку убираете. Если хотите, чтобы все видели ваше количество, допустим, моих подписчиков, то я ставлю галочку. Понятно, да? Если вам, вы не хотите, чтобы, опять повторяюсь, количество подписчиков и люди не смотрели, сколько они у вас есть, вы убираете галочку. Если хотите, чтобы они видели, сколько у вас подписчиков, ставьте галочку. Значит, вот я нажимаю, галочку ставлю и нажимаю «Сохранить». Вот. Все, сохранить. Сейчас заходим на канал, мой канал. Вот. Вот. Вот, и мы видим, что число подписчиков у меня 501. Видно, да? Понятно, как это все делать. Для наглядности я вам показал все. Вот, если вы хотите опять убрать, опять заходим в творческую студию, нажимаем на аватарку. Здесь в творческую студию заходим. Обратно, если хотите убрать. Опять же, заходим с левой стороны. Вот здесь вот у нас такая звездочка. Нажимаем, написано «Настройки». Нажимаем «Настройки». Ищем канал. Нажимаем на канал. Здесь нажимаем «Расширить настройки». Вот. И вот здесь у нас надо убрать эту галочку. Вот, допустим, сейчас я уберу эту галочку. Нажимаю «Сохранить». Захожу на свой канал. Вот мой канал. Вот, и мы видим, что число подписчиков у нас нету. То есть народ, кто на меня подписался, не видит, сколько у меня подписчиков на моем канале. Но я так делать не хочу, пускай народ смотрит, сколько у меня подписчиков. Вот, то есть опять повторяю, нажимаем на аватарку, заходим в творческую студию, зашли в творческую студию, переходим, это курсорчик передвигаем, в левой стороне ищем, ну, где вот у нас вот комментарии, ниже спускаемся, настройки, нажимаем на настройки, опять же заходим, где канал написано, нажимаем на канал, здесь нажимаем на расширенные настройки, опускаемся вниз, вот, написано число подписчиков, показывать количество число подписчиков на канале, ставим галочку и опять нажимаем «Сохранить». Также опять сейчас я зайду на свой канал. Вот. И что мы увидим? А мы увидим, что число подписчиков у меня 501. То есть я открыл. То есть это называется открытый канал. Когда у людей не видно, сколько подписчиков, и еще в каналах нет каналов, которых вы подписаны. Это называется канал «Закрытый канал». Не знаю, зачем они это все делают. В общем, они закрывают, прятают свои подписчики. Может быть, у них там 1 000 000 подписчиков. Они хотят 2 миллиона набрать людей. Поэтому они и прячут
эти число подписчиков. С вами канал «Все для огорода». Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А здесь я показываю суперсредство от муравьев. За 4 минуты их не будет. Это надо взять нашатырный спирт 10%, немного воды и несколько капель, ложечку столовой ферри. Разводим в баночке с водой пол-литровой и будем лить непосредственно на сам муравейник или где муравьев много. И муравьи сразу уходят. Спасибо за просмотр. С вами канал «Все для огорода». Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал. Вот лейка воды. И выливаем туда. Ну, я думаю, вы сами потом посмотрите этот ролик до конца, кому надо. Понятно, да, что я открыл, что вы видели, что у меня 501 подписчик. Спасибо большое. Конечно, это не самое большое число. Хотелось бы 1000 набрать. А канал уже ровно год, второй год уже пошел, а я еще никак не наберу 1000 подписчиков. Вот, спасибо за просмотр. Я снимал фотоаппаратом Olympus SN60. Вот, ну, немного, может быть, не так ярко видно. Я думаю, суть вам понятна, как это все происходит, правильно? Вот. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, кто еще. Я показал, как бы сделать так, чтобы не видели люди под число подписчиков, и чтобы видели. То есть я вам все показал, как и куда нажимать, куда действует. Я думаю, всем будет понятно и наглядность. Извините, что, может быть, не точно, не очень ярко. Я здесь снимаю как бы в темноте. Вот, чтобы, ну, не знаю, днем, наверное, не получится снять. Вечером лучше экран как бы светится. Спасибо еще раз за просмотр, с моим канал. Зараза, першень какой-то. Огород на всех широтах. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик, приглашайте на чай, на кофе. Обязательно зайду. Если вам понравилась эта информация, поставьте, пожалуйста, лайк или дизлайк, что-то одно. Вот. Это нужно для продвижения канала, конечно. Вот, не знаю, когда я наберу эти 1000 подписчиков. У меня еще надо набирать 3000 этих часов просмотров. Наверное, будем всю жизнь это все делать на протяжении 5 лет. Когда нам это включат, эту монетизацию? Вот, спасибо еще раз за просмотр. Всем пока-пока. С вами канал «Все для огорода».